Эта лекция подводит итоги нашего курса. Мы начали рассказывать и изучать историю евреев с Завета. Завета между первым евреем Авраамом и Богом, и с физического и духовного аспектов этого Завета. И начинается еврейская история, как история взаимоотношений человека и Бога. И от праотцов, от Авраама, Исаака и Якова со временем еврейская история вбирает в себя все больше людей, их потомков, и появляется целый избранный народ, который является общиной Завета, которая также находится, ее исторический смысл определяется тем, что это община Завета избрана Всевышним, и смысл ее исторического существования – это соблюдение Завета и продолжение отношений с Богом. В ходе долгой и непростой истории не раз иудаизм и еврейский народ встречался с историческими вызовами со стороны других народов, со стороны других религий и цивилизаций. В частности, мы с вами смотрели на такие случаи, как Вавилонский плен и первое изгнание евреев и разрушение первого храма. Мы изучали то, что с евреями произошло в эпоху их эллинизации греческими и насаждения греческой культуры. Мы видели, что было в века существования раннего христианства, как оно произошло и как оно отделилось от иудаизма, и как иудаизм отделился от раннего христианства, как от новой религии. Мы видели, как иудаизм справлялся с этими вызовами, как он стал из стационарной религии, религией и культурой портативной, базой для весьма нехарактерной для древнего мира религиозной и культурной идентичности. Мы видели, как в результате культурного воздействия еврейское общество, прежде довольно сплоченный еврейский народ, фрагментировался в результате различной политики, которую проводили захватчики земель еврейского государства, все больше принимая внешнюю культуру, но при этом и разными способами отстаивая свою национальную идентичность вплоть до серьезного военного сопротивления и борьбы за политический суверенитет как залог религиозной свободы. Мы с вами прошли вслед за евреями долгий путь в изгнании, которое началось после разрушения второго храма в 70-м году нашей эры, и посмотрели, как развивалась жизнь внутри автономных еврейских общин, фактически на автономную историю евреев на протяжении Средневековья, огромное влияние на которое оказывал Талмуд, важнейший текст, вторая по важности книга иудаизма, написанная людьми, но парадоксально имеющая статус богооткровения. Наконец, мы посмотрели на относительно свежий опыт евреев, на новое время, которое принесло серьезные изменения в социальной структуре и политической организации европейских обществ, приведших к тому, что рухнули сословные перегородки, евреи, и рухнула еврейская общинная автономия, в результате чего появился еврейский вопрос, связанный с интеграцией евреев и с поисками, и с кризисом еврейской идентичности, которая прежде обеспечивалась на протяжении многих веков коллективной жизнью внутри автономных еврейских общин. И мы видели, как еврейский вопрос обсуждался, рассматривался евреями и неевреями в динамике на протяжении XIX века. Мы видели и эмансипацию, мы видели возникновение антисемитизма, мы видели различные еврейские ответы
такие как мистический ответ хасидизма и весьма рациональный прагматический ответ еврейского просвещения, хаскалы и реформистского иудаизма, и радикальный революционный ответ еврейского национализма, сионизма. В краткой лекции, посвященной еврейскому взгляду на еврейский опыт в 20 веке, мы увидели, что некоторые из линий решения и способов решения еврейского вопроса, намеченные в предыдущие века, в 20 веке пришли к своему завершению. Некоторые из них продолжились и запутались еще в более запутанные, сложные клубки, которые и независимо от того, что уже было достигнуто в решении еврейского вопроса, все-таки привело к тому, что наш 21 век этот еврейский вопрос унаследовал. Это в некотором роде цементирующий фактор не только для евреев, и не только еврейское государство является признаком еврейского народа в 21 веке, но еврейский вопрос сейчас мы задаем себе сами, возможно, пришло время это сделать. Я благодарю всех за внимание и надеюсь на то, что вы узнали для себя что-то новое. Спасибо.